Всем привет! Вы на канале «Между нами девочками». Сегодня я буду готовить гуляш из индейки. Купила в Пятерочке филе бедра индейки. Одна упаковка 400 грамм. Стоила 100 рублей по акции. Взяла две упаковки. Здесь получается 800 грамм индейки. Для этого нам понадобится лук, морковь, помидоры, соль, перец и растительное масло. Лук измельчаем. Морковку натрем на терочке, на мелкой. Помидоры тоже буду тереть на терке для подливки. Лук мы измельчили. Сейчас будем натирать морковочку. Морковку я натерла. Теперь буду помидоры натирать. Свежеприготовленный томат будет. Помидорчики очень хорошо натираются. Корочка немножко такая тугая, плотная. Хорошо пальцы на терке не остаются, не трутся хорошо как раз. Защита для пальцев как бы. Когда мягкий помидор трешь, то пальцы тоже трутся. Здесь хорошо одним пластом получается. С помидорками я заканчиваю. Последний кусочек. Сколько томата у меня получилось?
сейчас буду мясо резать. Сухожилие какое-то. Сначала буду обжаривать мясо, потом добавлю лук, морковь и томат. Сейчас все мясо измельчу. Выходные так быстро пролетают, ничего не успеваю делать. То надо это и к школе готовиться, и с Сашенькой заниматься. Хорошо, Настюшка сейчас на каникулах, хотя бы Сашенькой помогает. И играет с ней, и в садик отводит, собирает. Пойдет в школу, я не знаю, как будем все успевать. Ну, умничка, у меня помощница. И кушать уже помогает готовить. И убираться, и все. И Сашенька все помогает, молодец. Вообще не знаю, как бы без Настюшки справлялись. С мясом я заканчиваю. Сейчас будем жарить. Мясо на сковородочке уже жарится. Гуляш у меня практически готов. Еще минут 10 потушится и будет готов. За счет помидор немножко кислинка такая вкусная. Вкус хороший. Еще помидор мне понравилось.